Следующий ивент проходит на Placey Quay Lake. Сперва на пляже ищем человека, который даст нам квест для выполнения ивента. Он нам говорит, что нам необходимо купить геолокатор. Поэтому ныряем в море, ищем там ценности, продаем их и бежим в магазин покупать геолокатор. Включаем геолокатор и плывем по координатам, которые у нас в квесте. Это 621, 284, 336. Если мы в указанном месте, то ныряем. Возле затонувшего пиратского корабля необходимо найти пещеру. В этой пещере есть сундук, в котором лежит книжка. Забираем эту книжку и выныриваем на поверхность. Копим деньги на акваланг, покупаем его и теперь плывем на другую сторону моря. Вон к тому одинокому домику. Здесь нам необходимо купить пиратский костюм. Без этого костюма в пиратскую подводную бухту нас не пустят. Одеваем этот костюм, заправляем наш акваланг и плывем в эту пиратскую бухту. Если вы не можете найти пиратскую бухту, то посмотрите на координаты моего геолокатора. По ним вы сможете приплыть в эту бухту точно. В этой бухте нам необходимо найти девушку-пирата, которая даст нам квест по ивенту. Далее плывем в открывшуюся дверь и ищем там еще одного пирата. Когда пират найден, возвращаемся к девушке и заканчиваем квест. Вот ивент и пройден. Если тебе эта информация была полезна, то не забывай ставить лайки, подписываться на канал, если ты еще не подписан, и оставлять свой комментарий. Ну а я желаю тебе огромной удачи и пока-пока.